Интересно, но очень сложно. Я не привыкла к такому. Я пришла и думала, все что-то будет намного легче. Но когда я увидела такие стопы бумаг, мне дали, сказали, разбирай, все пиши. Я сидела и не знала просто, что делать. Все, вот так вот. Потом уже 2 часа мы сидели на этом совещании. Пришлось так и сидеть. Ну что-то для себя отметила, что-то интересное показалось, может быть. Может быть, удалось какой-то совет уже дать Наталье Александровне по развитию культуры. Не успела. Хорошо, Руслан у нас среди нынешней команды дублеров единственный, кто принимает участие в игре второй раз. Первый раз он замещал должность главы администрации, в этот раз выбрал председателя комитета по физкультуре и спорту. Вот почему, интересно, Руслан? Почему выбрал? Да. Согласно своего проекта, который я защищал на защите для дублера, проект мой «Спартакиада», я посчитал, что быть дублером председателя комитета по физической культуре, спорта и туризма – это самая лучшая возможность пообщаться с Александром Алексеевичем. На самом деле, достаточно несложно, ну, может быть, все покажется таким как грубоватым режимом, достаточно несложно. Единственная сложность, в чем, как я вижу, возникает при работе вот именно в этой сфере, это вот работа с нормативными и правовыми такими документами. Но, думаю, при тщательном подходе это не вызывает таких затруднений. Ну, может быть, даже здесь больше, чем у всех, опыт представительствования молодежной организации и работа дают о себе знать. Мы молодежные организации за год проводим порядка 120, либо участвуем в 120 мероприятиях, а здесь на уровне города только спортивных мероприятий проводится порядка 700. Разница очевидна, но опыт можно здесь применить. То есть трудности не больше. Ну, добавим, что молодежь.